Привет, друзья! С вами, как обычно, Рустам и Оксана. Сегодня приготовим очень вкусный салат. Называется «Рыбки в пруду». Вот. В роли рыбок у нас будет выступать шпроты, сыр, где-то грамм 80, 100, зелень. Зелень любая, это может быть, ну, у нас петрушка и укроп, и лук зеленый, майонез, 4 отваренных яйца, уже готовые, 3 картофелины и 2 морковки, тоже отваренные. Репчатый лук не отваренный. Этот лук нам нужно будет порезать кубиками. Засыпать в отдельную посуду и залить кипятком для того, чтобы он не горчил. Кипяток крутой. И оставить в сторону где-то на 10 минут. Из яиц приготовим кувшинки. Разрезаем зигзагом. Вот таким вот образом. Всего нужно разрезать 3 яйца. Из шпротов сливаем масло. И штук 5, наверное. Оставляем в блюдечке. Остальные нужно будет размять полностью в шпротный фарш. Также убираем в сторону. Натираем морковь на крупной терке. От яиц отделяем части, которые с тупым концом. У нас их получается 3 штуки. Один желток. И буквально вот немножечко морковки. Это у нас пойдет на украшение. Остальное яйцо все натираем на мелкой терке. Вместе с желтками и вместе с белками. Посуду, в которой будем собирать этот салат, сразу протираем картофель на крупной терке. Добавляем майонез. Ну, каждый по вкусу, как ему нравится, столько и добавляйте. Распределяем по поверхности картошки. Выдавили где-то около грамм 20. Сливаем воду из лука и добавляем в блюдо. Следующим слоем добавляем шпроты. Кстати, забыл сказать, что каждый слой вы можете солить по своему вкусу. Можете не солить. Шпроты соленые. Также аккуратно распределяем по поверхности. И снова слой майонеза, совершенно небольшой. За ними идут яйца. Снова небольшой слой майонеза. Морковь. Как вы уже догадались, наверное, снова майонез. Сверху на мелкой терочке натираем сыр. Сыр может быть любой, твердых сортов. Теперь порежем зелень и ею обсыпаем края салата. У лука обрезаем перья. Это у нас будет травка в пруду. Добавим кувшинок. Добавляем немножечко желтка в серединку кувшинок. Совсем немного морковки. Также в серединку. Ну и создаем образ ныряющих рыбок. То есть просто вставляем в салат шпроты. Приятного аппетита, всем удачи и до новых рецептов. Пока-пока.